Всем привет, дорогие друзья, Лайков на связи, Фоллаут уже на связи и Хьюго Комикс. Вроде бы так. Правда, какие-то у меня подозрения, что я уже тут был. Давайте посмотрим с вами, был ли мы тут, нет. Я так думаю, локация должна быть мизерной, потому что... Господи ты мой, с крыши откуда-то... Ага, понял, что... А, локация даже маленькая, потому что конторка какая-то небольшая. Но мы с вами посмотрим сейчас. Где он тут? Так, где? Так, обыскивать я тогда не буду, наверное, их всех. Давайте быстренько глазами пробежимся, есть ли какие-нибудь комиксы тут у нас висят. Если что заметьте, ребят, говорите обязательно. Такой, эй, Лайков, ты писюн там пропустил. Вот он. Вероятность того, что вражеская атака не нанесет на выше на один, кстати, нарисовано прикольно. Я люблю, кстати, такие рисунки, где много-много деталей, много персонажей. Прям интересно рассматривать. Вот такой комик-кон какой-то для инопланетян. That's it. Work of that. Ну, главное, уже журнал зашли, это уже не просто так. Значит, мы зачистили локацию. Блин. Sweet. Так, что у нас? Sweet. Это мы не будем подбирать, денежку мы возьмем. Я забыл, для чего я эти книжки, деньги собираю. То ли текстиль, что ли, что-то мне нужен был. То ли еще что-то. Так, что у тебя? У меня, кстати, болты. Смотрите, тут мусорщик лежит. Мне болты нужны. А, пластмассы нет. Так, хватит, все, я понял тебя. Кстати, знаете, что только что мне пришло в голову, что... Господи ты мой, я же испугался. Вот мне не этот, не переставляет пугать игрушку, блин, я сколько говорил. И все пугает и пугает меня игрушка. Блядь, я опять испугался, прикиньте. Где ты? Я же дернулся, блин, при попадании по противнику. Сражение с ближайшей ЖП получает 10 обезвредить его. Или обезвредить, там было написано. Неважно. Так, и давайте мы сразу тогда и прокачаем с вами. Либо кровавую баню до конца. Сколько это? Если ваш цель взрывается, находясь рядом с... Но... Кстати, четвертый всегда вот фигня такая фигня. Я вот не докачиваю иногда, если честно. Потому что вот смотрите тут. Нет, вот тут, допустим, четвертый. При выстреле последний патрон в магазин есть шанс, что он у вас... Есть шанс, неизвестно какой там. 5-7%. Бесполезно сюда вкладывать. Вот где-то еще было, вот смотрите, вот этот взломщик. Шпильки никогда не ломаются при взломе. Ну, такое себе тоже, либо тот тоже. Терминал никогда не блокируется, но тоже, типа, вкладывать в это или вот последним. А персонаж может бегать при повышенном максимальном, ну, тоже как фигня. Я, кстати, наверное, не буду вкладывать туда его. А, так, дуэлист. Пистолет наносит на 100% больше процентов и выстрелит большую вероятность Во, вот это, кстати, нам нужно. Я же пистолет использую. Во.
Дяденька зомби. Мы, кстати, у меня был урон 199. У этого пистолета. Ну, револьвер, который я сейчас пользуюсь. Он при... Кстати... Когда мы применяем какой-то, ну, навык изучили, он не сразу применяется, сейчас должно какое-то время пройти, и он, в принципе, тогда мне уже покажет. Вот. И я так, не, блин, не договорил мысли моя. И эта локация, кстати, используется еще для одного квеста. Вот мы сюда еще придем. Ну ладно, если уже зачистил, я, в принципе, уже второй раз записывать это не буду. Где он? Clearly they didn't consider some folks might be nursing hangovers. Так, еще все разбежались, блин, кто куда. О, господи. Иди, иди. Гениально. Где он? Раз промахнулся. Так, теперь мне надо подняться. Чтобы посмотреть, что у него там со звездочкой было. И мешает урон при блоке. Ага. Это стекло. Я даже не вижу, что тут написано. Так, терминал пользоваться не будем. Так, и давайте посмотрим. 199 был дамаг. Смотрим. 200. Блин. Что серьезно, до 3 единицы больше стал просто дамаг. Обожаю. Обожаю. Промахивайся, ёлушкин кот. Рядом стоит со мной. Каясь, качаясь. Так, подожди, у меня рана и травмы или... Нет, нормально все. Нет, куда делся, чувак? Так, кувшик. И костюмчики вроде бы туда. Hell yeah. Повышение силы владельца увеличит урон, наносимый в ближайшем бою. I can't believe I was lucky enough to get this assignment. Так, это я для наших постоялых. Ну как, давай, помоги мне. А, стой, стой, стой. Я же могу вроде на R сразу с тобой открыть инвентарь. Вот так. Так, что? Сколько у нас? 200-396. Это реально очень много у нас. Упс, защитный вот надо было вернуть.
Замечательно. Так, а мы это можем взять? Блин, костюм, кстати. Я зря, наверное, взял. Костюм у меня для квеста же будет нужен, да? И он так у меня теперь будет. Так, хватит, успокойся, чувак. Он будет портить, теребить, стрелять. Подожди, чувак. Осуждай этого чувака. Так, ой, серебряный плащ. Какая красота. Ну и все, выбираться можно отсюда. А, нет, подойдите. Еще и гримерка. О, ты. Урон при стрельбе из бластера. Бластера на имплантиане на 5 выше. Ух ты. Кстати, это уже второй журнал, который мы нашли тут. Мы даже не зря реально тут с вами заглянули. Я немножко поторопился, потому что сюда квест насчет вот этого серебряного плаща действует. Замечательный мальчик. Ух ты, смотрите, бюст. И все, да? Ну, давайте тут закончим с вами. С вами был Лайков, не болеть, не чихать, всем хорошего настроения. Увидимся в следующих сериях на канале Лайков Гейм. И это была Хьюбрикс Комикс. Зачищено. И пока.